Ну, как видите, идиллия хорошая, тут уже хозяйка. Мы что и добивались, чтобы она одновременно с двумя собаками могла ходить по пляжу, купаться, и чтобы не было проблем никаких. Ну, собственно говоря, наша цель, конечно, еще до конца не достигнута, потому что нету еще каких-то раздражителей, да, то есть там собаки, люди и так далее, машины проезжающие. Но, в принципе, вы видите, что это уже происходит. И недалек тот час, когда это будет уже и с раздражителем. С вами был канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий. Sentiment, ou est-on fait bouler, ou puisqu'il s'abonne, si vous.